Современные технологии не стоят на месте. Вместе с этим появляются и новые схемы мошенничества. Так, сотрудники отдела К МВД России по Московской области совместно с люберецкими следователями и оперативниками пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денежных средств банка. По разработанной схеме злоумышленники для оплаты клиентами аренды и проката автотранспорта пластиковой карты был предоставлен посттерминал, на котором сообщники активировали функцию предавторизация. Данная опция позволяет ввести любую сумму покупки, в том числе превышающую остаток на карте. Банк завершал финансовые операции и погашал недостачу на счетах. С марта по апрель 2021 года было проведено около 80 фиктивных операций на сумму свыше 16 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подмосковные полицейские задержали 4 подозреваемых. Ими оказались 53-летний житель Подмосковья, 2 его сына и сообщник. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты финансовые документы, дебетовые карты различных банков, мобильные и компьютерные устройства, сим-карты, посттерминалы, печати, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.